Нижний Новгород в статусе молодежной столицы России принимает представителей городов, претендовавших на этот титул. В финал всероссийского конкурса выходили помимо нашего города Тула, Новый Уренгой, Калининград, Владивосток, Мурманск и Красноярск. И вот те, кто еще хотел победить, но не победил, прибыли в Нижний Новгород. Нижний, он в два раза старше, и поэтому историческое наследие здесь, конечно, богаче, чем в Красноярске. Хотя там 400 лет совсем скоро будет Красноярску. Весь 23-й год Нижний Новгород будет носить звание молодежной столицы России. Поэтому поздравляю ребят. От души искренне завидую, тоже соревновались, но не попали в победители. В первую очередь хотел направить эти открытки моим коллегам, губернаторам Приволжского федерального округа. Я очень надеюсь, что, во-первых, они сами обязательно найдут повод приехать в молодежную столицу России. Ну и, конечно, посоветуют своим жителям, потому что мы всех здесь ждем. Мы гостеприимный регион, гостеприимные жители. Хороший повод здесь нам вместе встретиться и вместе почувствовать молодежный драйв и почувствовать вот то, что мы отразили в слогане, то, что это город, в котором чувствуешь, как живешь.